Кировский районный суд аннулировал экологическую экспертизу Росприроднадзора. Согласно документу, в октябре 2017 года компания «Аквасиб» получила разрешение на строительство завода по розливу питьевой воды в Култуке. В начале марта Байкальская природоохранная прокуратура проверила объект на соответствие экологическим нормам. Ряд выявленных нарушений и стал поводом для отмены разрешения на строительство. Представители «Аквасиб» планируют подавать апелляцию.